Желаю. Вот я подумал, что можно сделать с этих панелей. Какой план? Сейчас покажу. Набросал. Вот смотрите, берем, значит, квадрат. Вернее, не квадрат, а прямоугольник. Строим, значит. Длина 10 метров, ширина 10 метров, высота 50. 50 сантиметров всего. То есть можно построить из фанеры, да из чего угодно, из дерева. Вот. Применить, значит, сверху применить, вот, где крыша будет. Пропитать, значит, специальным, значит, покрытием термоустойчивым. И закрепить 300 лампочек, то есть патроны поставить вот здесь, патронов, 300 патронов на 100, на 100 метров квадратных, 300 патронов, так, один патрон, одна лампочка 5 ватт, в каждом патроне, значит, одна лампочка 5 ватт, 300 лампочек, то есть 1,5 киловатта будет, а внизу на низ поставить 600 панелей. 600 штук. То есть, вот это получается. У них, значит, ну, я высчитал, 0,16 квадратных метра. То есть, 600 штук можно. Вниз. Значит, здесь будет 1,5 киловатта выдавать, подвести ток. Подвести ток от батарей. То есть набор батарей на 1,5 киловатта. Вот. Будет питать-то все. А отсюда будет вывод. Значит, 12 киловатт. То есть на 12 киловатт набор батарей. Лучше батареи эти. Тяговые от автопогрузчиков. Есть там одна батарея по киловатту, ну штук 12. Сейчас есть хорошая батарея. По 2 киловатта, да. Если по 2 киловатта, штук 6. Вот. Здесь штуки 2. И вот будет, значит, система БТГ мощная на, значит, 12 киловатт. Полтора берет, 12 отдает. То есть плюс там еще расходы, инвертор будет там, туда-сюда. То есть 10 киловатт чистой энергии. То есть система на 10 киловатт. Простая система. То есть это она для дома хватит, для большого. Для трехэтажного дальше даже. Но на средства для этой цели. А идея хорошая. Я так считаю. Спасибо за внимание. Пишите. Вот. Какие предложения. Значит, желаю всем крепкого здоровья и успехов в труде и обороне.